Продолжаем наше путешествие по сельской местности Бангладеш, вокруг Грин-Сити. Круг порядка от 16 до 20 километров. Точнее увижу по навигатору, когда вернусь. Может и больше даже получится. Сегодня 16 июля 2022 года. Погода хорошая, 33 градуса тепла. Влажность 67%. С учетом влажности, по ощущениям, 43 градуса тепла. Ну, жара сильная, как вот она у нас была бы, 33-34. Так не ощущается здесь. Она здесь совершенно по-другому воспринимается в местном климате. Ну, такое ощущение, что как будто вот в баньке находишься. Хорошо такой напаренный, пропаренный. Сегодня ветерок не так воспринимается уже. Как-то вот хорошо более-менее гулять. Поэтому сегодня такой длительный маршрут. Вот все вокруг это участки земли, которые выделены местным жителям для того, чтобы они выращивали урожай, потом продавали его, жили на эти деньги. Только что через дорогу перебежал бурундук, уже на обочину. Выбежал, я уже, наверное, не увижу. Да, он где-то спрятался уже. Пальмы вот такие здесь интересные. А вот на этих пальмах плоды созревают, из которых потом делают пальмовое масло. Здесь их нет сейчас в данный момент. Так, надо свериться с карты, прямо мне идти или налево. Сейчас тенечки посмотрю по навигатору.